Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Этот день существует для того, чтобы обратить внимание широкой общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями. Сегодня для людей, которых также называют людьми с повышенными потребностями, стараются организовать их жизнь и пространство вокруг них таким образом, чтобы барьеров и сложностей было как можно меньше. Однако и сами люди с инвалидностью нередко удивляют, проявляя при всех их ограниченных физических возможностях стремление к реализации, в том числе творческой. И это явно заметно в работах, представленных на выставке «Добрых рук мастерство», которая открылась в Гродненской областной библиотеке имени Карского. Именно библиотека выступила инициатором этой выставки, где свои работы, выполненные в различных техниках и из различных материалов, могут представить инвалиды по зрению. К удивлению организаторов, на предложение откликнулось большое количество желающих. В конечном итоге выставка собрала более 80 работ, которые выполнили мастера из 9 районов области. Есть люди, которые, возможно, они физически ограничены, но безграничны в своей фантазии. Они нашли способ проявить свое творчество. Творческие работы людей, которые вложили туда свою душу. Они так видят мир, который мы видим глазами, они видят его своей душой, своим воображением. Цветы, звери, сказочные и фантазийные персонажи, оригами, тесто, картины. Творчество не знает рамок и границ, даже если физические возможности исполнителя ограничены. Картины, нарисованные человеком с серьезными проблемами со зрением, высоко оценил бы, пожалуй, даже профессиональный художник. В них много личного, даже несмотря на то, что это просто пейзажи. Природа как-то, она... Ну, природа просто меня вдохновляет, она ближе как-то... Ближе к Богу, что ли, ну, потому что все такое вот, ну, сотворенное свыше.